вашем ответе вы затронули еще один вопрос, который многие из наших инвесторов задают в той или иной форме. Вы говорили о том, что работая над экодомом, вы готовитесь и моделируете определенные технологические решения, комплексные, для космической программы. А проект Skyway должен перейти в проект Spaceway или это два независимых проекта? Ну, это не то, что независимых, и один другой не переходит. Это Skyway, я как бы отпочковался, это веточка одна более сложной программы, космической программы, которую мы сейчас называем Spaceway. А основа — это вообще планетарная транспортная сеть, то есть система, которая за счет внутренних сил — это единственное решение с точки зрения физики, которое может за счет внутренних сил системы, да, не опираясь ни на что и не выбрасывая наружу ничего, за один рейс доставлять в космос порядка 10 миллионов тонн грузов и порядка 10 миллионов пассажиров. Так эта система струнная. То есть я сначала ее придумал. Это было давно, порядка 50 лет назад, даже, может, и больше. Когда я сейчас школьником, студентом, у меня уже какие-то были уже идеи, потом я стал их развивать. И когда я пытался запатентовать вот еще в советское время, то это встретило очень серьезное непонимание, даже не то, что непонимание, а преследование и так далее. Даже КГБ СССР преследовал в свое время, и там даже суды были какие-то дурацкие, не знаю. Ну, это отдельная история, да. И было много вопросов, в том числе из госком изобретений, что эту космическую программу нельзя реализовать, что чушь и бред. Не хватит там энергии, не хватит там материалов, не хватит там бетона, стали и так далее, и так далее. В первую очередь на эстакаду, которую надо построить вокруг Земли, опоясав экватор. Я, любя точные науки, такие как сопромат, там, физику, математику и другие, и я уже тогда, ну, закончил вуз, стал инженером путей сообщения, то я стал совершенствовать эстакаду, чтобы его удешевить, упростить, уменьшить расход материалов и сделать его реализуемым. Да? И в конце концов я настолько его упростил, удешевил и так далее, что потом превратил фактически, ну, в некий элемент, который потом назвал струнным рельсом. Это вот несущая будет часть эстакады. Потом подумал, слушай, так я же могу на нее поставить транспортное средство и поехать уже по земле. И я уже нашел второе решение уже для наземного транспорта, причем оно является оптимальным, оно лучше любого другого вида транспорта наземного. Да? И тогда, когда развалился Советский Союз, я понял, что вот эта программа масштабная спасения человечества, вынесения устремлений в космос, никому не нужна. Все озабочены сегодняшним днем, потому что стало так плохо, что надо просто выживать было. Да? Я, естественно, тоже бизнесом занимался, там, у меня заводики были, и магазины, и другие там предприятия, где я тоже как-то выживал, зарабатывал и все равно продолжал финансировать вот это космическое направление. Я до сих пор, я только финансирую, больше никто. Я понял, что, ну, надо создать какой-то другой бизнес, серьезный, да, который, ну, поможет, ну, решит проблемы человечества, во-первых, поможет ему, и оттуда можно будет зафинансировать уже, ну, создание программы вынесения индустрии в космос. И тогда я стал развивать уже как бизнес-направление Skyway. Ну, это был Сонный транспорт Юниска, потом я назвал это Skyway, небесная дорога, небесный путь. И уже, опять же, это было сложно зафинансировать, потому что куда только не ходил, куда только не обращался, и к президентам стран, и к министрам, и в ООН, и к крупным инвесторам, и кроме проблем, ничего не было, кроме проблем. Какие-то отъемы, откаты назад, какие-то там дела стали заводиться, еще что-то. Теми, к кому я обращался за поддержкой и помощью. Я понял, что это тупиковое направление. И когда у меня в седьмой раз все отняли до нуля, в седьмой раз, за всю эту историю, я понял, что так нельзя дальше работать. Я вот придумал эту систему, и, чтобы опереться на народное финансирование, на поддержку простых людей. Я тоже обычный человек. Я вырос в деревне, я вообще от сахи, на самом деле. Да? А не какой-то там
голубых кровей или так далее. Да? Я такой же пользователь транспорта, как все остальные. Я обратился к таким же людям, как и я. Это нужно нам. Это не нужно президентам, министрам, там, я не знаю, олигархам. Да у них свои личные самолеты, у них свои островки. Свои подводные лодки, свои бункеры, где они думают, что они отсидятся в случае чего. Да не отсидятся, их это тоже все коснется. Да? Это нужно нам, обычным пользователям, простым людям. Так давайте вместе это сделаем. Вот тогда я обратился, написал это первое обращение и сделал видеоролик, обратился к простым людям. Мы создаем самый крупный бизнес во всей истории цивилизации. Давайте его сделаем вместе. Но нам нужна ваша поддержка и помощь, нужны инвестиции. Сколько можете вложить? Кто 10 долларов, кто 100, кто 1000, кто миллион. Да, есть кто по миллиону вложил. Да? И вот отсюда вот начинается отсчет уже практической реализации вот этого бизнеса. Так? Поэтому это как бы два направления, которые, ну, они связаны между собой, потому что один человек придумал, вот один автор, да, там и там струнные технологии. Но они решают абсолютно разные задачи. Это наземный транспорт, а это транспорт выхода в космос. Это абсолютно другой транспорт. Мы видим, как отличается автомобиль от ракет. Это абсолютно другой транспорт. Вообще-то, если наземный транспорт, это, ну, он уже по горизонту движется, да? Это как вот есть понятие такое гравитационная яма, да? Она глубокая, ее глубина бесконечность. Чтобы выбраться с нее, надо выйти в бесконечность. Либо получить первую космическую скорость, 8 км в секунду, и двигаться по орбите круговой, да? Нужна колоссальная энергетика, чтобы это сделать. Сложнейшие решения инженерные, чтобы это реализовать. Это все непросто, да? Я их нашел, эти решения. Так это для того, чтобы вынести индустрию в космос, освободить Землю от технологий инженерных, которые мешают жить нормально, не только людям, но и просто при живой природе, да? Пусть они будут эти технологии в космосе и обслуживать Землю, да? Uh-huh. На нас, людей, да? А струнный транспорт пусть решает проблемы на Земле. Потому что даже если продукцию мы получим в космосе, то надо же доставить каждому дому, каждому городу, значит, должна быть сеть дорог, да и люди должны перемещаться и на работу, и с работы, и на отдых, да. То есть должна быть сеть безопасная дорога. Так это вот решает эти проблемы SkyWay. Потом SkyWay не может перейти в SpaceX. Это другая проблема. Но они делаются параллельно. И делаются, если те же будут инвесторы там и там, то значит будут делаться тем же людьми, да. Но разработчик один и тот же. Автор один и тот же. Инженер один и тот же. Так же? Поэтому я тут не раздуваюсь. Я делаю и то одновременно. И для того, чтобы SpaceWay развивался и не мешал развитию SkyWay, инвесторы ведь не дают деньги на космическую программу, да? Я, как учредитель, я, как инженер, создал компанию независимую. Называется ООО «Астроинженерные технологии», где мы разрабатываем космическую программу, и я там инвестор, я как частное лицо. Я ее финансирую, там есть штат, мы работаем, мы идем, но, конечно, у меня возможности небольшие, не как у государства, поэтому, ну, тем не менее, мы работаем в логике за меньшие деньги сделать максимум, сделали очень много уже, очень много вот эти, даже монографии, которые вот лежат на столе, говорят об этом, и вот это доклады, сборник докладов на предыдущей конференции, очень серьезно, очень важные доклады, это очень серьезно наука делается, и вот в этом году была уже третья конференция, где тоже вот это было, ну, эта работа была уже продемонстрирована, результат этой работы, так? И поэтому сейчас, чтобы зафинансировать программы SpaceWay, то, конечно, народное финансирование здесь не поднянет однозначно. Тут надо уже другое финансирование, тоже в этом направлении ведется работа, в том числе, чтобы была поддержка Организации Объединенных Наций, чтобы подключились крупные инвестиционные фонды, которые занимаются, ну, проектами, нацеленными в будущее. Да? И поэтому мы работаем независимо, оно связано только с тем, что один автор, да, и то направление развиваем, но развитие SpaceWay, могу уверить наших инвесторов, не мешает работе над SkyWay, не мешает, наоборот, ускоряет, потому что многие наши сотрудники в основной технологии, инженеры, конструкторы и так далее, тоже увлечены вот этой космической программой,
Но они делают это не в ущерб работе, они делают это в выходные дни, там, по вечерам так, и так далее. Я им выделяю гранты, чтобы они дополнительно работали. Так. И они повышают свою квалификацию, свой уровень, свое мышление в том числе, да, свое отношение к природе, к тому, что они делают. Вот и появляется вовлеченность и понимание, что мы делаем очень важную работу, очень значимую для человечества, для цивилизации. Естественно, это помогает, ну, правильно работать и над программой SkyWay, и над всеми теми решениями проектными, которые мы сейчас создаем, а потом строим, показываем, сертифицируем, а потом выйдем на рынок, кстати. Хорошо, благодарю. Ну, ответ для меня, если обобщить, это не то, что они независимы друг от друга, но и не одно и то же. Это параллельно развивающиеся и помогают друг другу. Global Star Club. Возможности безграничны.